Хей, йога, с вами Шумки, мы продолжаем пройти игру под названием War 2014 года, да? Я считаю, что довольно темно, да, все равно. Типа, постоянно юзать зрение, это, ну, такое. Поэтому настройки, графика, яркость. Ну, типа, я ж не вижу, не понимаю, в тени я или нет. Графика. Давайте хотя бы так. Чтоб более-менее хотя бы было видно, куда я иду. Так, сохраняемся. До свидания. Окей, где тут вот место? Трофей. F1. А кольцо с алмазами. А, Диана. Позолоченное обручальное кольцо с алмазами. Найс. Значит, они могут... Украшения могут валяться где угодно. Интересно, сильно мне будет видно. Хоп, мое кольцо. Ожерелье. Мне показалось, что золото упало, челик. Сори. Мне нужно под ноги смотреть. Надо смотреть под ноги. Кольцо. Я даже не надеюсь, что он его почистил. На чем будет его чистить? Какого черта? Ты упал. Ну, без карты играем. Я сделал так более-менее ярко, чтобы было хотя бы видно что-то. Что, сейф? Очередное нововведение барона, очевидно. Скрою, как любой другой. Давай, пока мы не начали вскрывать, я хочу посмотреть, что здесь еще есть. Мне нужно это кольцо. Или Баса решит, что я теряю хватку. Да нормально, только мне кажется, потом придется жутко бежать от него. Это очень легкое. Все. Аристократы слишком любят любоваться своим гербом. Монетки, монетки, монетки. Корнелиус. F1. Кольцо Корнелиуса. Кольцо с... Так, с печаткой, снято с трупа недавнего скончавшегося аристократа. Если придется
Тетсу и новый приятель. Но мне еще надо выбраться отсюда. Положись на меня. Ну, то есть я могу через вентиляцию идти. Если он орёт, лучше переждать здесь. Я пойду. С тебя причитается. Лучше не передать. И так уже мундир в обтяжку. Эй, я, кажется, кого-то видел. Батя всегда говорил, что работать мне на завод. Ладно, пускай он меня грохнет, приятель. Убей, пожалуйста. Шаги ли я слышал? В спину бей, в спину. В спину бей. Еще бей. А теперь я удар. В спину. Ну. Добивай. Добивай. Мне, короче, нужно было сдохнуть. Я зря в того стрельнул. Надо было его просто взять и глушануть немного. Это не тот город. Да-да-да. У меня есть кольцо и новый приятель. Но мне еще надо выбраться отсюда. Так, это тупые, да, стрелы, которые... Готово. Я точно слышал, как орёт генерал. Если он орёт, лучше переждать здесь. Хорошо. Он сейчас уходит. Эх, есть хочется. Скажу, что спасибо, что ты не труп. Его можно закрыть. Угу. Когда я был мальцом, я охотился тут на крыс. Тогда здесь все было заброшено. Ворон перенес все заводы на тот берег, в шлаковую яму. Это его мечта. Мол, автоматизация. Металл и нищета, как говорили в тавернах попроще. Потом мы запретили им якоть против ворота. Ну, я сломать, как понимаю, не могу, да? Так же, как и это. Почему я не могу взять их? Банк и склянки эти. Нету тут никого. Это сквозняк. Бродяги, наверное, и живьем так воняли. Ну, типа, нетерпение, да? Он, типа, пытается высосать, а потом заново начинает ссать.
Ой, как это провернуть? Крысы сожрут. Но я убивать не хочу. Так, давайте смотреть. Там наверх. Потом туда, да? Кажется, у меня зуб шатается. Окей. Я потом вместе с ним пойду. Обойду. Как он не заметил, что типа что-то потухло? Вместе с ним пойду. Короче, залезу наверх. А это смысл? Вечная ночь. Ну, типа залезу. Ну, типа залезу и... Ну типа мне ж все равно, да, если они меня заметят, я все равно могу залезть просто. Так ведь? А так меня все равно даже не услышали. Это у нас ГМ. Люди генерала наконец-то нашли переключение. Не, типа могу, конечно, сюда наверх пойти. Да, давайте. Хоп. 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 Что там такое? Скажи, там что ничего. Но там никого нет. Что у тебя? Правильно. Нарушитель прошел здесь. Обыщи весь двор. Трус прячется где-нибудь в тени. Как у своей мамочки. Именно так. Нужно было идти напрямик, чтобы касцены-то не было. Так, хорошо. Могу я просто взять... Он сейчас уйдет. Я быстро на ту сторону перебегу, потушу свет. Все хорошо.
Плевать. Плевать, плевать, плевать. И посмотрим сейчас. Хищник. Три трофея из пяти. Окей. Окей. А я пытался искать все. А где ничего не было? Где еще не видел что? В этом сундуке я храню свои припасы. Надо собраться перед выходом. Ну, то мы, кажется, уже собрались. Нет? Разве нет? Я думаю, да. Пять тысяч. Враг народа. Он типа прибрался, да? А что этих нету? А, иди в черный переулок. Потому что там нету коробков на этом. Хотя, возможно, он пацан через окно ходит. Да. Поехали. Совет. Прячьте тела. Они могут выдавать ваше присутствие врагам, чтобы тащить его в сторону. Ну, мы почти не убиваем, мы пытаемся по стелсу пройти, потому что эту игру, по сути, можно стелсом пройти. Может быть, там финальных боссов, но вообще вот боссов будем как-то оглушить. Будет повешен за шею. В городе ничто не переходит из рук в руки без ведома Басса. Он говорит, что у него дар. С высоты своего опыта вынужден согласиться. Чё? Он залез. Залез. Тихо, давай только не падай. Не-не-не. А то я потом фиг залезу. Так, мы как раз здесь с вами проходик сделали. Могу поклясться, вчера человек во всем черном пробегал по крышам прямо у нас за окном. По крышам? И что ему там было нужно? Не знаю, я отошла от окна. Я его не разглядела, надеюсь, и он меня тоже. Скрыть замочек. И куда делись продавцы баллы? Открыть замок. Угу. Готово. Какие кубы сейчас? Пусто. Рамочка. Проклятый город. Mm.
А что я... То есть, когда я на картах, да, то они не срабатывали, пока не встал? Либо как? Внимание, чернорукие! В городе ничто не переходит из рук в руки без ведома Басса. Он говорит, что у него дар. С высоты своего опыта вынужден согласиться. Так, поехали. А, так я могу еще по сторонам смотреть. А, это походу, когда я дверь закрыл. Бац, бац. Бац. Да, не ныти. Но здесь становится опасно. Бац. Окно типа открылось. Теперь ясно, что тут за ловушка. А трофеи — это чисто то, что врата, да, открылись. Ну да, походу. Как хочется есть. А, походу на том. Тихо. Вот так. Ясно. Пойдем по крышам. Хоп. 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 Монетка. Так, монетка. Ради кто? Да. Кто движется? Да, 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 перейти. Заходи. Тут кое-кто тебя хочет видеть. Почему меня? Потому что ты весел, приятен в общении, не знаю. Он тот, для кого ты украл кольцо. Ты, знать, его впечатлил. Это Орион. Единственный, кто идет против барона, защищая обычных людей, вроде нас с тобой. Точнее, вроде меня. Он говорит, дело чудовищная редкость выгодная. Он там помогает бедолагам, подцепившим мрак. Хорошо, хоть у кого-то слова не расходятся с делом. И постарайся быть не очень собой. Он нам нужен. Хорошо, постараюсь. Барса. Гаррет, я рад, что ты пришел. Ты же платишь, так ведь? Отдаю последнее.
Значит, ты купил мое внимание. Хорошо. Давай пройдемся. Барон поставил прогресс над болью. Металл и камень над плотью и кровью. Взгляни, что из этого вышло. Я не лезу в политику. О, да, ты же горд. Ты одиночка. Ты правда думаешь, что это тебя не коснется? Мне нет до этого дела. Но как надолго? Гаррет! Гаррет, я падаю! Это ведь и твой город тоже. Так, чё-то, короче, он вспомнил. Что случилось? Ты потерял сознание. Ты в порядке? Да. Так что тебе от меня нужно? Мне нужна книга. Таких, как она, больше нет. Говорят, ее спрятали где-то в Доме Цветов. Этот бордель день и ночь кишит богачами и звездами. Действовать надо тихо. Я обычно не опускаюсь до воровства, но... времена требуют. Политик, ворующий чужими руками. Как типично. Не типичнее, чем вор, крадущий ради благого дела. Я достану тебе твою книгу. Тем самым ты поможешь нам обрести светлое будущее. Приму это к сведению. Окей. Но мы пока что еще не убивали никого, так ведь? Оглушение не считается. Попытаемся пройти без убийства. Совет. Дом цветов. Я здесь не был, но знаю кое-кого, кому пришлось. Я вчера его видел. Он спросил, что я думаю о бароне. Да? И что ты ему сказал? Что у меня без барона проблем хватает. Готово. Держите. Ой, замечу, что еще третья глава даже не началась. Так, как мне так? Хорошо. На всякий случай. Сохраняемся. Серьезно? Так, 6.
Бац. 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 Готово. А теперь вопрос, как мне попасть туда, куда я не могу попасть. Типа, окей, да, тут есть сохранение. Окей, но здесь... Это тупик. Типа, anyway. А, тут еще и замок. Так, раз. Два. Мне кажется, с помощью геймпада здесь намного легче. Ну, типа, мы стик вращаем, да, и типа он рукой вращает. А мышкой довольно так себе. А мышкой довольно так себе. Все обелиски стоят по всему городу. Так. Заманить и развести. Мне нужно к тотемчику к этому подойти. И забрать то, что на плиточке. Так понимаю. Ой, тихо. Показалось, ладно. Что делать? Не то. Как мне отсюда выбраться? Не скажет кто-то. Ладно, могу пытаться. Ладно. Плевать. Я убежал. Ну, понимаете, в чем херня? Он стоял, и они никуда не двигались. Я думал, типа, это усыпляющий газ. А он просто, типа, ослепляет их. Нужно будет запомнить момент. Эрин жила на старой мельнице в Риверсайде. Надо осмотреть ее. Пойдем сразу на обход. Ну а что ты думал? Чего делаешь? Мертвые по счетам не платят. Он бы и так не заплатил. Я только не хотел, чтобы он окочурился, прежде чем я ему еще разок наваляю. Я не знаю, куда он идет. Надеюсь, не сюда.
Сука, не двигается. Но то, что ты не знаешь, пойдет ли он сейчас куда-то или нет. Кошелек. Кошелек. Кошелечек, кошелечек. Почему я бутылки не могу взять? Медальон. Советы банальные. Ничего. Пером. Так, новые законы и вы. Так. В этот темный час долго каждого гражданина города соблюдает все законы барона. Каждый должен вести свою лепту в дело выживания города. Первое. Доносите на воров. Они обескравливают индустрию, облегчая честных людей на голод и болезни. Второе. Соблюдайте комендантский час. Не заражайтесь мраком. Это лучший подарок, который вы можете сделать своему городу. Третье. Слушайте стражников. Приходите на повещение, поддержите мужчин и женщин, которые защищают нас день ото дня. Так, следуйте этим простым правилам, чтобы обеспечить дальнейшее процветание городу и личным вам, нашим любимым гражданам. Это воистину великий долг, который все должны выполнять в эти темные времена. Да, именно так. Все именно так, как он говорит. Так, ладненько, давайте докуда-то дойдем и закончим. Потому что под... Что? Мало тут окон, куда я могу влезть. Гу, короче, это все дело. Сейчас заблутаем. Или давайте этот... Залезу только сюда и все, и закончим. Подсвечник. Ладно. Короче, время у нас не так уж много. Давайте тогда, я думаю, на этом закончу. Поэтому всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и всем пока.